Всем привет, ребята и девчонки! И в сегодняшнем видео я вам расскажу о косметике, которую я заказала на сайте. Это уходовая косметика, это греческая косметика. Все вы знаете, я ее очень люблю, уходовую греческую косметику. Именно поэтому себе ее часто заказываю. На этот раз я заказала себе косметику фирмы BioAroma. Это, ну, как я уже сказала, греческая косметика. Ну, во-первых, я себе заказала продукты по уходу за руками, за ногами, за волосами и за лицом. То есть, в принципе, по всем частям тела я прошлась и заказала себе то, что мне было больше всего интересно на данный момент на их сайте, на сайте фирмы BioAroma. Больше всего пока что мне понравилось средство для лица. На самом деле я его заказала, сомневаясь. Это 100% натуральное косметическое масло. Упаковочка, кстати, достаточно большая. Я думала, что она будет стеклянная и маленькая. На самом деле здесь 50 мл средства. И имеется вот такая помпочка для того, чтобы можно было на руку сразу же выдавить то количество, которое вам необходимо. Вот. И средство идет для лица, то есть оно увлажняет, питает. Средство ночное, вы наносите буквально две маленьких каплюшечки и распределяете по всему лицу. И оно призвано убирать пигментные пятна и смягчать кожу. Сразу же во время нанесения чувствуется, что средство настолько мягкое, настолько приятное, настолько хорошо сразу же все увлажняет и смягчает всю кожу. Первый день я, конечно, на утро посмотрела, да, моя кожа была смягченная, как у, ну не знаю, как у ребенка, такая мягкая-мягкая кожица. Но пигментных пятен никаких, конечно, веснушек ничего не убрало. Где-то спустя неделю я начала замечать, что кожа действительно утром я просыпаюсь, она у меня обычно серая такая вся, помятая кожа. А тут я просыпаюсь утром, у меня даже легкий-легкий румянец появляется. То есть, ну, еле заметный румянец, но все-таки есть. И кожа очень-очень-очень мягкая. Спустя где-то полторы недели я заметила, что вот веснушечки, которые только-только весной начали появляться, они приглушились у меня немножко. Одно только то, что это средство так хорошо смягчает кожу, увлажняет и питает ее, и вот то, что она с утра не усталая, это за это большой плюс. Я в это средство просто влюбилась. При этом у него настолько приятный аромат. Масел очень много разных, но пахнет вот сладковатый, приятный аромат какой-то, то ли жасминка, то ли роза смесь с кокосом, что-то такое. Да, мне еще прислали вот такой каталог фирмы вот этой вот BioAroma. И здесь это средство называется масло для выравнивания цвета лица. То есть это средство я прям рекомендую, потому что оно, я думаю, подойдет практически всем, наверное. Следующее средство, которое я очень активно использовала на себе и также активно использовала на своем муже, потому что у него очень сильно сейчас сохнут руки, это вот крем для рук, хенд-крем. Кстати, упаковочки у них все такие интересные, коробочки, и сверху еще вот такая вот, вот видите, сдвигается картоночка с описанием. Здесь уже стеклянная такая большая банка, 40 мл. Внутри также чисто натуральные масла, вот такой желтого цвета, очень-очень-очень густое, но в то же время, когда вы его берете на руку, оно прямо мгновенно распределяется, мгновенно тает по рукам. И тоже из банки, когда его наносишь, когда только-только наносишь, есть какой-то травянистый аромат, и в то же самое время есть какой-то сладковатый аромат. Но когда масло полностью впитывается, на руках остается очень приятный, сладковатый, ванильный аромат, прям пахнет ванилькой такой, очень приятный, натуральный, потому что здесь в составе содержится эфирное масло ванили. И вот я вам сейчас зачитаю, как здесь в каталоге идет. Крем для рук увлажняющий и заживляющий. С воском диктама, календулой, лавандой, маслом карите, зверобоем. В этом креме абсолютно нет никаких химических компонентов, именно поэтому крем минут за 10 полностью впитывается в ваши ручки. Сначала я сама себе этим кремом пользовалась, руки, на руки наносила,
А потом мне муж сказал, что дай-ка я тоже попробую. И теперь мы с ним каждый вечер наносим вдвоем перед телевизором, сидя, вот этот вот крем, и он нам очень-очень-очень нравится. Можете, если что, я вам оставлю ссылочку внизу на сайт, можете зайти посмотреть. Так, следующее средство, которое я бы тоже порекомендовала, отличное средство, дезодорант для ног. Тоже я сидела, думала, заказывать, не заказывать. Вроде бы я себе давно уже хотела дезодорант для ног. Но он идет не именно как дезодорирующий от запаха пота, может, или чтобы ноги не потели, а он именно просто содержит в составе такие масла, которые немножечко где-то дезодорируют, отлично ароматизируют с помощью эфирных масел, ну и увлажняет, смягчает пяточки и имеет противогрибковый эффект. То есть пахнет мятой, пахнет лимоном, но когда вы на ноги наносите, остается такой более нежный мятно-лимонный аромат, очень-очень-очень приятный. Я себе каждый раз, когда на ночь наношу на ножки вот этот вот крем, ой, мне так, я когда одеяло, к примеру, как-нибудь двигаю на себя, и получается воздух под одеялом вращается, и мне вот этот запах приятный прямо в нос. Я все время даже иногда специально под одеяло ложусь, думаю, блин, какой запах офигенный. Так уже 40 мл идет. Ну, в каталоге здесь пишется, что 100% натуральный крем-дезодорант для области под руками и ног. То есть, ну, под руками, я не знаю, его можно ли использовать под мышками, все равно он какой-то, ну, жирненький. Мне кажется, под мышками будет не очень удобно пользоваться. Но в плане ног-то это, как бы, в принципе, самое то. Что такое? Вот это средство, которое я хочу вам показать, оно выполнено также в форме с помпой. Здесь идет на 250 мл. Это 100% масла, также все в бутылочке. Это масло для ухода за волосами. То есть, когда вы помыли волосы, вы наносите это масло на влажные волосы, на корни волос, распределяете по длине волос, ну и, собственно, уже маслице держите где-то от получаса, но мне кажется, можно даже подольше держать. И это масло классно увлажняет волосы, питает волосы, корни волос питает и способствует меньшему выпадению волос и лучшему росту волос, потому что здесь в составе есть масло лаврового листа, а оно, как известно, обладает очень сильными вот такими свойствами для роста волос. Эта маска является лечебной, восстанавливающей маской. У нее в составе, вот здесь в каталоге я смотрю для вас, в составе масло карите, масло авокадо и масло лаврового листа. Но помимо этого, там еще, конечно, прописана куча всяких масел и эфирных масел, но вот это три основных масла, которые идут в составе. Но здесь так и пишут, что с первой процедуры, может быть, очень сильного эффекта вы не заметите, но уже через несколько процедур вы увидите, что волосы становятся более напитанными, более ухоженными. И вот это вот средство я смывала шампунем 2 раза. С 2 раз, в принципе, у меня достаточно быстро все смылось, все масло. Средства вот такие вот, натуральные средства вообще с натуральными маслами, они имеют эффект такой накопительный. То есть с первых разов обычно не видно результата, но уже через несколько раз вы можете заметить, что все лучше и лучше действовать средства начинают. Пахнет очень резко и, ну, очень ядреный такой запах. После того, как вы это масло смоете с волос, запаха не будет после того, как волосы высохнут. То есть волосы высохли, запах лаврового листа практически не чувствуется на волосах. И дальше еще одно средство. Средство для волос. Это эликсир для волос. В общем, это несмываемый кондиционер для волос на основе натуральных масел. Вот про это маслице для волос могу точно сказать, что если ваши волосы истощены, если они, ну, скажем, высветлены, либо если они у вас часто подвергаются воздействию температуры, то есть вы их укладываете феном, плойками, выпрямителями и прочим, то вот это средство вам очень хорошо поможет, потому что оно хорошо питает, увлажняет, придает блеск волосам. Вот, ну и хорошо заживляет кончики волос, то есть оно способствует тому, чтобы кончики лишний раз у вас не секлись. Также имеет очень приятный аромат. На первом месте идет органовое масло. И здесь вот идет вот такой пульверизатор просто.
и вы как бы пшикаете, вот, и оно у вас остается, ну, в данном случае на руке. Я так пшикнула, обычно распределяю по рукам, и дальше уже по волосам все это дело. Блин, девчонки, запах офигенный. По волосам все это дело я так вот ладошками распределяю. Такие вот средства, о которых я хотела вам рассказать, показать. И я для вас очень захотела провести конкурс, и поэтому буду разыгрывать пилинг для лица, которым я вам делала уже видео. Вы можете его посмотреть вот здесь, нажав в правом углу на кнопочку i перевернутую, и будет ссылочка на мое на то видео про этот пилинг для лица. Он на основе масла виноградной косточки, на основе семян лаванды, очень хорошо отшелушивает лицо и замечательно увлажняет и предотвращает преждевременное старение кожи. Вот, и я вам просто могу показать, вот он мой такой же пилинг. Ваш будет новенький в коробочке, мой вот он. Тоже имеет такой приятный травянистый аромат. Вам также достанется гель для душа. Гель для душа тоже греческой фирмы Korros. Он имеет аромат мяты, и многие знают, что эта фирма, ну, специализируется на натуральной косметике. Не такая, конечно, натуральная, как вот эта косметика, но тем не менее я вот решила вам тоже такой вот гель для душа подарить. То есть выигравший человек получит вот такие вот два подарочка: пилинг для лица греческой фирмы и гель для душа от фирмы Korros. И для того, чтобы выиграть эти призы, тебе необходимо быть моим подписчиком, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какой греческой косметикой ты когда-то пользовалась или пользуешься, и какие косметические продукты тебе больше всего нравятся. Либо, если ты не пользовалась, то какую фирму ты хотела бы попробовать из греческой косметики. И это, думаю, все. Результаты я объявлю, ну, где-то через 10 дней. Естественно, об этом вы узнаете, я напишу его в инстаграме. Это было все на сегодня. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите на кнопочку i перевернутой, смотрите мои еще другие видео. И всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующего видео.